Здравствуйте, друзья! Что-то давненько не было новостей от производителей третьего эшелона. И сегодня в выпуске компания Dooji и их новый защищенный смартфон S86 Pro. Главной фишкой аппарата стал встроенный инфракрасный термометр, который, благодаря специальному программному обеспечению, может измерять температуру всего, что нас окружает, от человеческого тела до еды. Батарея в смартфоне на внушительные 8500 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 24 Вт. Аппарат имеет защиту от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69K, а также защиту от падения с высоты до 1,5 метра по стандарту Military 810G. На борту установлен достаточно производительный чип от MediaTek Helio P60. Имеется 8 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной памяти. Также есть модуль NFC для бесконтактной оплаты. Камера тройная с главным модулем на 16 мегапикселей, ультраширокоугольным на 8 и 2-мегапиксельным макро. Смартфон имеет мощный динамик на 2 Вт со звуковым давлением более 100 дБ, приятную рифленую текстуру корпуса, экран диагональю 6,1 дюйма разрешением HD+, с защитным стеклом Gorilla Glass. Вот такой он новый Dooji S86 Pro. Именно сегодня, 15 июня, на AliExpress стартуют продажи Dooji S86 и S86 Pro, и его можно приобрести в официальном магазине Dooji со скидкой по цене от $160 за версию 6128 ГБ без приставки Pro. Напоминаю вам, друзья, что этот выпуск только информация по выходу новой модели, и покупать вас его никто не заставляет. А как работает данный смартфон, я смогу сказать только после детального тестирования устройства. И на сегодня у меня все. До новых встреч. Пока.